Называется все это фестивалем сектора газа. Солирует голограмма певца. Задумка принадлежит дочери Хоя. Ирина Клинских загорелась идеей оцифровать папу и выпустить на большую сцену. Когда коллеги по группе и члены семьи увидели ожившего Юрия Хоя, впали в оцепенение. Дочь певца почти час не могла прийти в себя. Я поняла, что я не могу на это смотреть. Я ушла в гримерку, проплакала час. Как будто что-то, какая-то сущность стоит, как будто Юра стоит. То есть, вы знаете, вот отделаться от мысли о том, что оно живое, нельзя.